Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 13-го каталога Faberlic. Итак, поехали. На новинки будет еще отдельный обзор, но сразу скажу, что водичка туалетная новая, которая у нас с вами на обложке Alchemic, это очень спорный вариант. Я не могу ее назвать мужской, как ее называют некоторые. Но для меня это зеленый аромат с нотками горечи. Вот так вот кратко опишу. Но что хочу отметить, стойкость, несвойственная вообще женскому парфюму Faberlic. Нет, есть стойкие ароматы, но их достаточно мало. В основном все такие легкие. Этот аромат стойкий, мега стойкий, девчонки. Я его чувствую до сих пор на руке, хотя я принимала душ и пшикала на руку его вчера. Поэтому я советую брать пробник. Он очень спорный. Мне... Не могу сказать, что не понравился, но это не мой аромат, абсолютно не мой. Я не люблю горчинку в парфюмерии. Вы знаете, вот для любителей яблочко, вот это вот зеленое парфюм яблочко, да, вот которое тоже с горчинкой, вот понравится. Спорный, но каждый слышит его абсолютно по-своему, сравнивая с люксовыми ароматами какими-то, да. Кто-то говорит, что это мужская парфюмерия, поэтому вот берите пробник, чтобы не ошибиться, хотя цена будет очень смешная на аромат на самом деле. Здесь у нас классные такие карточки предсказания, на многие парфюмы в этом каталоге скидка 50%. Поэтому оставляйте опять запросы под видео, что в следующем каталоге с вами подробно будем разбирать. Про парфюмерию был запрос, я уже про него вам рассказывала. Я мало с какими парфюмами Faberlic дружу. Те, которые нравятся, которые зацепили, например, Каори, все три очень неплохие. Вот с Портужур не подружилась, но многие его любят. Здесь лучше, если есть пробник на парфюм, брать пробник. Или гель для душа, или малышки, которые нам предлагает компания за смешные совершенно деньги. Фери Консуэль, сладенькая водичка, которую тоже многие любят. Флерет тоже очень приятная цветочная водичка. Я ее больше отношу к весенним. Стори, линейка Стори, мне нравится абсолютно вся. Здесь все ароматы носибельные, все вкусненькие, все интересненькие. Не стойкие, но совсем дешевые, девчонки, малышки такие, поэтому почему бы и нет. Вот как раз нам предлагают, смотрите, любые два аромата 30 или 35 мл, 35 у нас мужские, как правило, за 349 каждый. То есть около 300 со скидкой консультанта, это ни о чем. Да? Мурмур, Дизирабль, Шанти и Амордизиак. Вот, пожалуйста, если что, можно кому-нибудь подарить, и цена вопроса совершенно смешная. Можно взять гель для души, хотя бы понять уже направленность того или иного аромата. Гала Сафа Самах. Интересные ароматы, можно товар, очень многие любят, но как бы вот сказать, что Faberlic есть парфюм мой, я могу только про восточную линейку зеленый аромат, потому что он похож на мой любимый Императрица Дольче Габбана. Но он совершенно не стойкий, конечно же, так не шлейфит дорого-богато, он практически вообще не шлейфит и не раскрывается, но тем не менее похож, поэтому вот я его люблю. А так, любимчиков, к сожалению, у меня в компании по ароматам нет, что вот я брала и брала и повторяла какой-то. Нет, такого нет. Про уход. У нас с вами впереди осень, точнее уже осень, наверное, на момент выхода ролика. Про уход на осень здесь вообще все что угодно уже можно брать. Уже можно начинать запасаться пилингами, серия Океанум. Перевыпуск у нас с вами Миста. Мист потрясающий, мист великолепный. Его очень рекомендую. Он мега универсальный для любой части тела. И для One Week Miracle на осень уже можно тоже, в принципе, рассматривать. Сейчас как резко у нас опять похолодает, и нам нужно что-то мега питательное и увлажняющее. Куркума, я так жду ночной крем. Нет у нас его на складе. Есть сыворотка, есть дневной, есть крем вокруг, для кожи вокруг глаз, но нет ночного. Ночной крем великолепный, он такие чудеса с кожей творит. Вот если на вашем складе есть, берите, девчонки. Потому что на нашем его нет давно, и не знаю, дождусь ли я его или нет. Global Oxygen линейка на все времена совершенно. Так же, как, в принципе, и Axiology тоник. Коллаген на осень вполне себе невероятно крутая работающая линейка за просто смешные деньги. Вот на уход такого уровня ценники, мне кажется, от 1000 должны быть. Вот серьезно, потому что ну, реально работает, реально крутая линейка. Если летом коллаген и гиалуронка могут, ну в основном гиалуронка, коллаген нет, вызывать высыпание, то уже осенью можно смело брать и на зиму тоже. Тоже за совершенно смешные деньги. Невероятно крутая работающая линейка. Невероятно крутая. Омега Хит, ну, вот это не мое. Для меня это такой, так же, как Green Karma, базовый уход. То есть там чудес никаких не вижу. Просто базовый такой уход. Вот легкое увлажнение. ICU, в принципе, тоже на все времена. Вот у нас с вами новинки. Про них, девочки, будет отдельный ролик. Про пилинг будем делать с вами вместе. Я его еще не делала.
Будем делать с вами вместе пилинг. Все, посмотрим, что почем, зачем и почему. Также и кремы. Кремами я уже начала пользоваться. Мнение определенное сложилось, поэтому в ролике тоже с вами еще повторим, все расскажу. Линейка «Эксперт» на зиму. Потрясающий вариант. На осень еще рановато. Пилинг из серии «Эксперт». Мне кажется, тот поинтересней. Я изучила состав. Вот этот новый пилинг прям мне очень нравится. Я думаю, он будет работать как положено. А так посмотрим. Реноваш, моя любимая сыворотка, потрясающая. На нее пока нет скидочки. По вип-программе можно брать с улучшенной формулой. Гардерика тоже хороший базовый уход. В следующем каталоге тоже много новых новинок. Прям компания нас балует. Помадки. Тут как раз будет акция 1 плюс 1 равно 3. Смотрите, можно будет брать помады Glam Shine и новинку Glam Color. Что хочу сказать. Я уже ее поносила, потестировала. Обязательно тоже ролик отдельный будет. Покажу, как на губках смотрится. Просвочу подробно. Хорошая ухаживая помадка. Я, в принципе, все равно люблю, девчонки, матовые оттенки. Они мне как-то ближе, они более стойкие. Да, поэтому мимо таких помад все время прохожу, но здесь взяла на пробу, и невероятно крутые ухаживающие компоненты. Слушайте, губки потом прям вот мега-мега ухоженные и очень довольные. Поэтому можно взять, если вы любите кремовые текстуры, то, пожалуйста, ради бога. Блеск. Блески вообще не люблю, но взяла, захотелось. Вот мой, кстати, оттенок, карамельно-коричневый. Знаете, смотрится очень приятненько и немножко даже увеличивает губки за счет того, что в составе есть много блесточек. Они выглядят прям так вот притягательно. И оттенок мне этот тоже понравился. Думала, будут липнуть губки друг к другу, будут липнуть волосы. Нет, вы знаете, была приятно удивлена. Последние вот пару блесков и Берлик, они прям выбиваются из общей массы и действительно достойны внимания. Смотрите, на туши будут скидки. Самые классные. Классный Miss Curl. Господи, забыл уже. First Class. Я же не один год ей пользовалась. Так, где моя самая любимая сейчас тушь? Самая любимая. Я ее брала с собой на море. Будет она у нас здесь, не будет. И она прям показала себя с лучшей стороны. Я ее очень люблю. Кстати, тушит коллаген тоже вполне себе. Вполне себе. Надо просто наслаивать грамотно. И давайте высохнуть первому слою. Увлажняющий тональный флюид. Один из моих любимых тоже тональников, хотя ими редко пользуюсь и, в принципе, не люблю. Но здесь хочу сказать, была приятно удивлена. Блюрит кожу, слегка выравнивает тон. И еще с 15 SPF-очкой, кто склонен к пигментации на осень, еще лучше пока использовать. Он потрясающий. Он просто потрясающий. Поэтому стоит присмотреться. Soft Matte тоже подробненько расскажу в отдельном ролике. Пудра понравилась. Действительно понравилось, хотя я тоже вот не любитель всего этого на самом деле. Но иногда, особенно сейчас на жару, вот после моря у меня кожа стала мега жирная. Жирнится прям моментально. И у нас до сих пор пока жара 30 градусов. Поэтому иногда нет-нет, да возьму. Так, про что вам еще рассказать, мои хорошие? Надо будет обязательно запастись Монардой. Посмотрела, она на нашем складе пока есть. Ее так быстро разбирают, потом перевыпускают очень долго. У меня позаканчивалось, вот буквально сейчас на ноготочке последнее вылила. Так, по ампулам тоже будет отдельный ролик, еще не пробовала. Все с вами потестируем, посмотрим, кто, про что, за что, зачем. Вот эти блестящие, вообще такие красивучие, для окрашенных волос как раз. Все супер. Вообще, если вы не подобрали себе шампунь Faberlic, буду брать обязательно сухой шампунь, все позаканчивались. Хорошие скидочки, 50%. Класс вообще, как бонус за покупку. Прям 3 штуки возьму. Так, у нас только как бонус за покупку для темных волос. Но разницы нет, он все равно светлый. Если вы еще не подобрали себе шампунь для волос Faberlic, пробуйте. Они все дешевые, совершенно дешевые, бюджетные, так же, как и гели для душа, потому что многие говорят, что не подобрал. А что ты пробовал? Вот это и вот это два. То есть из 100 я попробовал два, и мне шампуни Faberlic все не подходят, вешают ярлык. Очень много крутых шампуней Faberlic, от которых нет ни зуда, ничего, и волосы выглядят великолепно. Надо подбирать. Но гель для душа, новиночка, пахнет приятно. В обзоре заказа я вам уже рассказывала. В этом плане все отлично. Так, что у нас тут с вами еще было новенького? Чем будем запасаться? Лакрем. Очень приторный, на мой взгляд, аромат у нового геля для душа с оливковым маслом. Вот он какой-то прям для меня яркий. Я такой сейчас не люблю. На самом деле мне нравится безумно мицеллярный гель для душа из этой серии. А у дезодоранта нет. У дезодоранта нет, я пока ношу. Не могу сказать вам, как, насколько. Запаха вроде как нет, потому что тестирую пока пару дней, подольше потестирую, потом в следующем ролике расскажу. Запаха вроде как нет, но влажность все равно сохраняется. Но я как бы этого и ожидала на самом деле, поэтому главное, чтобы не было запаха. В этом плане работает. Работает, работает хорошо новый дезодорант. Так,
Что у нас с вами еще интересного? Новинки относительно недавние. Прям вот всем рекомендую. Все, кто брал, все просто довольны, все просто в диком восторге. Делайте все по инструкции, и будет вам счастье. И безумно красивые стопы. А салфетки детские классные. Мне так нравится их аромат. Мне так нравится. Вот мы пользуемся уже тоже пару дней. На улицу берем. Потрясающе. Смотрите, 69 рублей со скидкой консультанта. Ну, сколько там, 50 с копейками. Для 15 штук нормально. С учетом того, какие сейчас цены на салфетки. Но пропали большие салфетки. Даже в каталоге, смотрите, нет. По-моему, нет, нет, есть. Нету на нашем складе уже давно. У меня еще есть небольшой запас, а так нету. Так что вот так. Так, ну про БАД я вам не буду рассказывать. Здесь все дело индивидуальное. И как бы кто как хочет, так со своим организмом и поступает. А вот эту штуку только начала пить, поэтому тоже пока ничего не могу сказать. Как сложится какое-то впечатление и мнение, обязательно тоже расскажу. Желтый ценник и ньютоник надо запасаться будет к школе обязательно. Буду на постоянной основе давать Ксюшку. Надо, надо, надо. Пятый класс Ксюшке. Обязательно. Магнием закупились, вот теперь еще ньютоник, и все супер. На живицу будет хорошая тоже скидка. Сезон простуд не за горами, обращайте свое внимание. Набор куркумин форте плюс мастоп. Смотрите, у нас уже БАДы начали продавать набор. Мне это классно, на самом деле. Выгоду как бы все видят, да. Мастоп быстро очень пропадает. Вещь невероятно крутая, тоже рабочая. Куркумин тоже самое. В куркуме вообще такая природная польза для организма, что да. Ой, на скоро витамин В6 появится для малышустика в следующем каталоге. Буду брать обязательно витамины группы В. Они тоже необходимы. Абсолютно точно. В наших условиях жизни они не будут лишними однозначно. Хочу взять сиденье из гречневой лузги девчонкам на стул. Потому что, вы не представляете, мы были в Абхазии, да? И там компьютерный стул, кресло, у них вообще нет фаберлик в Абхазии. Они, если и могут, то как-то только там через Россию, через Сочи заказывать. Вот это вот сиденье Faberlic. Я на нем посидела, и мне так понравилось. И так комфортно. Я думаю, надо сказать и в машину, и девчонкам на кресло такое положить. Потому что у нас конкретно компьютерного кресла нет. И мне еще не нравится вот эта расцветка, потому что она нам не подходит. Были бы они еще в светленьких тонах, такие сидушечки. Я бы уже, если честно, давно заказала. Но можно, например, на него чехол, в принципе, надеть какой-нибудь. В принципе. Заварочными чайниками хочу тоже запастись. Девчонки, у кого есть и тот, и другое, скажите, пожалуйста, в чем разница, какой лучше взять? Я на них все смотрю, я чай не пью. Я могу попить травы, но мы сейчас прям запаслись очень вкусными чаями, ароматными, классными, листовыми. У меня их любит очень Крис, такой чай пить. А у меня заварочного чайника, в принципе, дома нет, потому что муж пьет пакетированный. Я вот хочу взять, посоветуйте, пожалуйста, какой лучше и в чем вообще их отличие. Вот именно для листового чая. Буду вам прям признательна и благодарна. Так, бытовая химия. Если надо на чем-то конкретно из средств для уборки и стирки остановиться, то обязательно пишите запрос, буду вам все рассказывать. Я пробовала все. В конце у нас тут с вами акции интересные еще будут. Новинки одежды выходят, но в каталоге ее практически не печатают. Она вся у нас с вами на сайте. Поэтому, если что-то нужно, лучше туда. Зонтики пока по 999 рублей. Со скидкой консультанта, грубо говоря, где-то 900, да? Даже поменьше, наверное. Можно брать пока дешевые. Зонты хорошие, прекрасные, замечательные, крепенькие. Все отлично. Наш зонтик живой. Надо на осень еще взять другой такой, потому что они большие. Они мега удобные. Смело могу рекомендовать. У нас будет мега-акция в этом каталоге, стартует. Каждый раз у нас какие-то с вами акции, это так приятно. Мы будем делать и оплачивать заказ второго, то есть в следующем каталоге. И за каждые 499 рублей нас ждет карточка «Твой бонус. Алхимия удачи». Вот эти карточки уже нужно будет активировать. И они потом будут принимать участие в розыгрыше. Неактивированные карточки не участвуют. То есть в личном кабинете есть раздел «Купоны карты». После того, как мы оформим заказ по этому каталогу и оплатим его, они у нас появляются. Мы заходим в раздел «Купоны и карты» и каждую активируем отдельно. Обязательно. Если хотите кому-то подарить, эти карточки как раз-таки можно и передать своим консультантам и так далее. Использовать как метод работы тоже их можно. То есть человек регистрируется, пожалуйста, на тебе карточку. Вот такие у нас будут призы. 3 поездки в Египет, 15 домашних кинотеатров, 30 темных колонок и как раз вода «Алхимик» 1500 штук. Вот так вот. У нас будет с вами денежный подарок в этот раз. Это очень здорово для привлечения новых покупателей. Кто раздумывал еще до сих пор, девочки, ссылка для регистрации всегда под видео или пишите напрямую. Все расскажу, покажу, объясню, помогу. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Обязательно пишите свои вопросы. Всех люблю, целую, всем пока-пока.